Всем привет! В этом видео поговорим о том, как КАМАЗ построил завод по производству электробусов в Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин 27 апреля 2021 года на торжественной церемонии открыл новую крупную производственную площадку. Речь идет о новом заводе КАМАЗа по производству электробусов в Сокольниках. Всего в рамках первого этапа работы нового завода на нем ежегодно будут производить по 500 электробусов. На новом заводе создано 200 рабочих мест. В следующем году должна быть построена вторая очередь завода площадью в 3000 квадратных метров. Она позволит к концу 2022 года увеличить производственные мощности по выпуску электробусов до 700 единиц ежегодно. Решение о строительстве завода КАМАЗ в Москве было принято 2 года назад на Московском урбанистическом форуме. Москва долгое время искала партнера для реализации масштабной программы обновления автобусного парка столицы и его перехода на более экономичный и экологичный вид топлива. Москва рассматривала разные варианты сотрудничества с множеством отечественных и зарубежных производителей современной автобусной техники и в итоге выбрала своим стратегическим партнером российский КАМАЗ. Стоит отметить, что к настоящему времени мэрии Москвы закуплено уже 400 электробусов у КАМАЗа. В марте 2021 года в Москве стартовала тестовая эксплуатация новых моделей бесшумных электробусов КАМАЗ, имеющих длину свыше 18 метров, состоящих из 2 изолированных корпусов, соединенных гармошкой. Уже сейчас Москва занимает первое место среди всех мегаполисов мира по количеству общественного транспорта, работающего на экологическом чистом топливе. В Москве эксплуатируется около 600 электробусов и еще около 6000 обычных автобусов. Вот как раз большинство из них в ближайшие годы планируют заменить современными электробусами КАМАЗ. А есть еще 1200 троллейбусов, которые также со временем хотят заменить электробусами, и около 1000 трамваев. Вообще, обновление автобусного парка Москвы идет сумасшедшими темпами. Всего за последние 6 лет на эту программу было выделено более 120 миллиардов рублей. Радует, что благодаря импортозамещению значительная часть бюджетных средств останется в России и будет переведена российскому автогиганту КАМАЗ, который нуждается в них для выполнения крупной производственной программы по модернизации главного завода в Набережных Челнах. Новые бесшумные электробусы КАМАЗа с завода «Сокольники» смогут выйти на улицы Москвы уже в мае 2021 года. Использование новых электробусов позволит Москве снизить расходы на содержание автобусного парка в столице, сделает проезд общественного транспорта для жителей Москвы и ее гостей более комфортным, а также снизит уровень шума на улицах города и улучшит экологическую ситуацию в регионе.